Добрый вечер. Я в свое время написал песню. Многие спрашивали, зачем ты ее написал. Вот. А поскольку приходится выступать вот иногда так вот в Доме ветеранов и что-то в этом духе, я понял, что я для вас ее и написал. Так. А ближе. Любопытным был в детстве я, окружающих мучил вопросами. Все искал, где причины, где следствия, и общался все больше со взрослыми. К ним с вопросами часто захаживал. А вопросы куда там в Британике? Почему ветер дует, я спрашивал. Разбегались все взрослые в панике. Ну так кто же и как малышу растолкует, как же это у вас получается, что не знает никто, почему ветер дует? Эх вы, потому что деревья качаются. Но не знает никто, почему ветер дует. Потому что деревья качаются. Неожиданно детство закончилось. Жизнь вопросы поставила новые. А в ответах туман да уклончивость. Перспективы сулят беспонтовые. А ну так что ж, в общем я не в претензии. Только что-то взрослеть мне не хочется. Эх, продлилось бы детство до пенсии, а потом уж по имени, отчеству. Но взросление, оно никого не минует. С каждым это когда-то случается. А вот и я позабыл, почему ветер дует. Позабыл, что деревья качаются. Повзрослел и забыл, почему ветер дует. Потому что деревья качаются. Время мчится, летит без усталости. Убегают года тараканами. И рукою подать уж до старости. Где лекарства горстями, стаканами? Где у пьесы последние действия? Где в финале сижу на завалинке? На лице бурной жизни последствия. Реквизит, шапка, клюшка, да валенки. А душа молодая в старом теле тоскует. Да и с памятью что-то случается. Позабыл все, что знал, помню, лишь ветер дует. Потому что деревья качаются. Позабыл все, что знал, помню, лишь ветер дует. Потому что деревья качаются. Житие ты мое горемычное проредили ветра кудри начисто. Состояние зубов идентичное. Да и в ротих местах хуже качества. А вот и впрямь уж сижу на завалинке. Кости старые грею на солнышке. Пригодились и шапка, и валенки. Да вот жизни осталось на донышке. Только это меня не страшит, не волнует. Каждым это когда-то случается. А я сижу, не тужу, а в лицо ветер дует. Потому что деревья качаются. А я просто сижу, а в лицо ветер дует. Потому что деревья качаются. Спасибо. Хорошо. Ну, мы продолжим эту же тематику. Ветераны — это такая тематика, тут можно развивать. Главное, все о молодых все время пишут. Вот, любовь обычно что? Молодые. А как же пожилые? И тут я услышал однажды стих Игоря Губермана. 4 строчки, которые перевернули во мне что-то, и я написал песню. Итак, стихи Губермана. Уже ничто не стоит наших слез. Уже нас держит ангел на аркане. А близости сердец апофеоз. 2 челюсти всю ночь в одном стакане. Ну. Я понял, что это песня. И стал думать, о чем же она. И вдруг до меня дошло. У каждой женщины наступает такой момент, когда она впервые в жизни покупает себе крем для зарелой кожи. Трагическое событие.
она осознала. И так песня «Крема зрелой кожи». Надеюсь, вы мне подпоете. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, ай-яй-яй-яй, ой-ой-ой-ой. Слова запомнили? Ай-яй-яй, ой-ой-ой, ай-яй-яй-яй, ой-ой-ой-ой. Был наивен, юм, время гнал, торопил. Все хотел позасреть, все мечтал полюбить. Время шло, я зазрел, срок пришел, полюбил. Жизни чаша полна, из нее пить да пить. И со временем в такт вальс любви нас кружил. Будоражила кровь тангом бурных страстей. Любимый любил, ладно, чтоб я так жил. Все хотел побыстрее, не сбавлял скоростей. Но вдруг я осознал где-то на вираже, что не мальчик давно, ты не девочка тоже. Что легко обхожусь без расчески уже. Вот купил тебе крем для сухой зрелой кожи. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. И подпеваете. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. Ах, зачем я спешил, торопил за года? Где расческа моя, где прическа копной? И боюсь, что придет скоро время, когда я смогу обойтись и без щетки зубной. Только рядом с тобой мне беда, не беда. Хоть проблемы все ж есть, стал ночами храпеть. Ах, родная моя, нас не красят года, но не вижу причин о любви, чтоб не петь. Не к лицу пылких чувств ураган, лучше всех отразить, знаю, смогу с годами. Близость наших сердец, наш любовный роман, два протеза зубных ночью вместе в стакане. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ой-ой-ой, ай-яй-яй-яй, ой-ой-ой. Спасибо! Здоровья всем! Ой, я сегодня объявил, в принципе, Юрий Манешин, город Чехов, Московская область, врач.